Саммит передовых научных исследований Times Higher Education прошел с 29 по 31 августа в стенах Казанского федерального университета, который состоялся при поддержке Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан. На площадке саммита собралось 334 участника из 20 стран мира, 147 иностранных участников, именитых ученых и специалистов в различных областях науки. По отзывам многочисленных участников, то есть у нас форум получился. Во-первых, приехали очень известные ученые, причем из университетов, с которым мы хотели начать работать. THA – ведущее мировое издание и аналитический центр, который более полувека специализируется на изучении и освещении вопросов развития высшего образования во всем мире. Саммит THA стал местом встречи с влиятельными международными учреждениями и компаниями и дал прекрасную возможность познакомиться, перенять опыт и поделиться собственным видением будущего развития науки и экономики. See the strength of Tatarstan higher education. I think Kazan Federal University is one of the leading universities in the Eurasia region. And we can see from the fact that almost 300 senior university leaders from more than 20 countries have gathered here for this summit, that there is huge interest in forging new networks, new alliances, and investing in research excellence in this part of the world. Среди основных проблем, которые обсуждались во время панельных дискуссий саммита и в его ключевых докладах, роль высшего образования как локомотива регионального развития, глобальное влияние научных исследований мирового уровня, будущее медицинского образования, проблемы и перспективы университетов в условиях четвертой промышленной революции. Для нас важна сегодня роль университетов в связке с субъектами. Субъекты – это один из таких базовых партнеров для каждого университета, который может обеспечить движение. В рамках саммита британским изданием Times Higher Education был опубликован первый рейтинг евразийского региона. В нем ранжируются вузы 16 государств, включая Россию, Казахстан, Азербайджан, Иран, Турцию и другие страны. В общей сложности в рейтинг, охватывающий 16 стран, попали 27 российских университетов. Казанский федеральный университет занял 10 место, а по российским вузам разместился на 6 месте. Индикаторы евразийского рейтинга полностью соответствуют индикаторам общего рейтинга THA – преподавание, исследование, цитирование, международное взаимодействие, доход от производственной деятельности. Стоит отметить, что на данный момент происходит поступательное продвижение Казанского университета в авторитетных международных рейтингах университетов. Если посмотрите на выбранные нами приоритетные направления, то должен сказать, что все они глубоко междисциплинарны, то есть они дают работу всем предметным областям, физикам, химикам, математикам. В то же время они отвечают на глобальные вызовы, и в то же время они отвечают на те проблемы, которые существуют в нашей стране и, соответственно, в нашей республике. Казанский университет, собрав вокруг себя единомышленников, в очередной раз доказал не только наличие великого прошлого, но и подтвердил не менее великое будущее, громко заявив о себе на весь мир. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.